Добрый день, уважаемые участники вебинара. Время подошло, мы начинаем нашу программу. Сегодняшняя тема – это очень большой, важный блок. Все предыдущие вебинары – это были подготовительные темы для раскрытия двух главных тем – это балансировка и регулирование. Сегодня мы начнем с вами рассматривать регулирующие контуры. Так, регулирующие контуры, само собой, это подразумевает это регулирующие клапаны. И мы начнем такую важную тему, как авторитет регулирующих клапанов. Напоминание. 5 правил гидравлики – это материал из гидравлического колледжа. Для оптимального управления гидравлической системой должны быть обязательно выполнены 5 основных правил. Первое. Проектный расход должен быть обеспечен на всех потребителях. Дифференциальное давление на регулирующем клапане должно быть стабильным. Расходы теплоносителя должны быть совместимы во всех узловых точках системы. И статическое давление в системе должно быть постоянным. И система должна быть очищена от грязи, освобождена от воздуха. Сегодня мы начнем второе правило гидравлики. Дифференциальное давление на регулирующем клапане должно быть стабильным. Мы все знаем, что проектные условия, они же расчетные условия, они регламентируются СНИПом. Это температура наиболее холодной пятидневки определенного региона. Ну, само слово «холодная пятидневка» само за себя говорит. Это значит, что система в проектных или расчетных условиях работает какой-то очень маленький промежуток времени. На данном графике вы можете увидеть средняя тепловая нагрузка в процентах. Здесь период сезона отопления тоже в процентах. Вот. Если мы переведем эти цифры в диаграмму, более наглядная диаграмма, то мы увидим, что от 80 до 100% зеленый сектор системы работает в период отопительного сезона всего лишь 8%. И как видите, от 30 до 50 45, 26 это от 0 до 20%. Видите, какой разброс. Поэтому, чтобы как-то унифицировать наши дальнейшие исследования, давайте условимся. Нам надо знать, сколько времени работает система с половинной нагрузкой, с 50% нагрузкой. То же самое здесь график и диаграмма по охлаждению, но уже период не отопления, а период охлаждения, летний период. Вот. И как видите, здесь тоже система далеко не всегда работает в проектных условиях. По холоду всего лишь от 80 до 100% 26%. Остальной период система охлаждения работает с гораздо меньшей нагрузкой. Так вот, если мы суммируем наши ранние высказывания, то оказывается, с 50% нагрузкой система работает 85% отопительного сезона и 72% по времени сезона охлаждения. Сюда надо добавить еще суточные колебания. Иногда они доходят до 10-15 градусов. Сюда надо добавить также перегрев от инсоляции, южный фасад, северный фасад. И вот эти более короткие по времени факторы, они очень влияют на закрытие и открытие регулирующих клапанов. Материал из предыдущего семинара. Все приборы, здесь вот на графике показана характеристика отопительного прибора, все приборы имеют нелинейную характеристику. Почему? С чем это связано? Потому что зависимость между расходом и температурным режимом нелинейная. Что это значит? Это значит, что мы, если подадим в прибор небольшое количество расхода, то количество энергии у нас очень большое. Чем больше подаем мы расход, тем меньше энергии отдается приборам.
и наступает какой-то период, наша кривая переходит в прямую. Теоретически, сколько бы мы ни подавали бы процентов расхода, у нас теплоотдача прибора не увеличится. На этом графике вы видите характеристику системы. Зависимость расхода от сопротивления системы, дифференциального давления системы. Как видите, оно тоже нелинейное. Так вот, 50% нагрузки, нас интересует именно 50%, оказывается, при 50% нагрузке у нас расход составляет всего лишь 20%. Но мы знаем, что зависимость между дифференциальным давлением системы и расходом, она не линейная, она квадратичная. Вот напоминание с предыдущего семинара, формула зависимости через KV. Так вот, при 20% расходе сопротивление системы падает со 100% до 4%. Это что значит? Вывод. Потери давления уменьшаются до 4% от начального значения, при этом весь напор насоса ложится на двухходовые клапана, на регулирующие клапана. Я скажу еще больше. Регулирующий клапан, закрываясь, сам порождает эту проблему. Возьмем небольшую систему, кусочек просто большой системы, вот буквально вот один регулирующий контур. Расчетные параметры. Напор насоса 100 кПа. Линейные локальные потери составляют до нашего контура 65 кПа. Проектное дифференциальное давление на перепад давления на регулирующем клапане 15 кПа и 20 на потребителе. Вот все это мы отложили на наш график. 20, 15 на клапане, 65 в системе. Вот мы в данном контуре потребили весь располагаемый напор. Это проектные условия. Но так как 82% системы работает с половиной нагрузкой, 82% по времени, имею в виду, и эти 50% они порождаются 20% расхода, то этот весь период, 82% по времени, здесь клапан работает вот в таком режиме. Красный график, если вы видите. Что это значит? Что на регулирующем клапане у нас перепад будет 97 кПа, не 15. Откуда родились эти 97 кПа? Мы знаем, что система, работая с 20% расходом и 50% нагрузкой, сопротивление ее падает до 4%. Так вот, 65 плюс 20, это будет 85. Отнимаем 4%, это сопротивление осталось в системе. Получили 82 кПа, которые мы добавили к падению на клапане. И получается суммара 97 кПа на клапане, 82% по времени клапан работает регулирующий в таком режиме. Насос с четнотным регулированием, он не компенсирует все местные локальные изменения. Он держит свои 100 кПа, ему нет дела до отдельно взятого контура, допустим, и там южного фасада или там какой-то части здания. И поэтому весь напор при низких нагрузках, весь напор насоса падает у нас на наш регулирующий клапан. Но мы знаем, что такое заранее, кто был на предыдущем семинаре, что такое большой перепад давления на регулирующем клапане. Это очень огромный риск шума и кавитации, и разрушения клапана. Это напоминание, ключ в правило гидравлики номер 2. Дифференциальное давление на регулирующем клапане должно сильно изменяться. Авторитет. Характеристики клапана. Прежде чем мы начнем рассматривать авторитет, давайте рассмотрим характеристики клапана. Первая характеристика. Эти характеристики зависят чисто от физических свойств клапана, от конфигурации его исполнения. Если линейная характеристика клапана, что это такое? Что это такое? Это зависимость от поднятия или открытия клапана, или поднятия штока клапана, лифт, от его расхода или пропускной способности, KV. Линейная. Насколько мы поднялся, клапан открылся, настолько и мы получили KV. Конфигурация примерно имеет конуса вот такую искривленную поверхность.
Вторая характеристика клапана равнопроцентная. Как видите, она нелинейная. При небольших расходах у нас при небольших открытиях штока клапана или поднятия штока клапана, да, мы имеем очень небольшие расходы, которые нарастают по мере открытия клапана. И где-то в верхних пределах мы видим стремительное нарастание расхода. При этом физически конус имеет вот такую параболическую форму. И быстро реагирующая. Это самый простейший вид клапана, самый дешевый по исполнению. Вот. Поэтому он имеет вот такую характеристику, обратно вогнутую. Что это значит? При небольших нагрузках наш клапан работает, пропускает очень большое количество расхода. Эта характеристика, она приближается к шаровому крану и задвижке. У шарокрана вообще характеристика будет вот такая примерно, более вогнутая. Это три основных класса по исполнению, по изготовлению. Дальше. Если мы наш регулирующий клапан смонтируем на прибор, мы хотим, и наша цель, сделать линейную зависимость контура, повторяю, контура, не клапана. Контур – это клапан, смонтированный на прибор. Так вот, мы хотим линейную характеристику, зависимость открытия клапана и мощность отдачи прибора. Это идеал, к чему мы стремимся всегда. Но прибор-то имеет нелинейную характеристику. Поэтому, чтобы компенсировать вот эту нелинейность, клапан должен иметь обратную, равнопроцентную характеристику. И если мы такой клапан с обратной, равнопроцентной характеристикой смонтируем на прибор, в конце концов мы получим контур с идеальной характеристикой в зависимости открытия клапана от его отдачи, мощность по мощности. Дальше. Авторитет регулирующего клапана. Здесь мы видим формулу авторитета. Физически она означает, что это отношение дифференциального давления на регулирующем клапане, когда он полностью открыт и при этом через него идет проектный расход. Знаменатель у нас дифференциальное давление или перепад давления на клапане, когда он полностью закрыт. Или это то же самое, что располагаемый напор. Почему? Если мы закроем клапан, то у нас будет здесь давление подачи P1, а вот в этой области будет давление обратки P2. Поэтому это то же самое, что располагаемый напор. Авторитет, его физический смысл, он показывает, насколько вырастает перепад давления на проходном сечении регулирующего клапана при его закрытии. Здесь у нас градация, или градация авторитетов. Как мы сказали, клапан должен иметь обратную равнопроцентную характеристику. Вот вы видите черным пунктиром. Это идеальная характеристика. Если клапан имеет такую характеристику, то авторитет его равен единице. Повторяю, это у нас характеристика клапана, зависимость расхода от открытия клапана. Чем хуже характеристика клапана, допустим, синяя, видите, 0,5, тем более она выпрямляется. Если мы такой клапан наложим на прибор, который имеет обратную выгнутую характеристику, то у нас будет искажение работы клапана. Вот градация. Авторитет от 0,5 до 1. Это тот диапазон, к которому мы должны всегда стремиться. Ниже 0,25 это уже не клапан. Это, можно сказать, уже задвижка или шаровый кран. 0,25 это наиболее низкая приемлемая величина. Но я повторюсь, лучше иметь где-то начиная от 0,5 до 1. Вот это наша цель. Вот формула авторитета. Давайте более пристально рассмотрим ее. Числитель у нас всегда постоянный. Почему постоянный? Да потому что когда клапан полностью открыт, у него имеется КВС,
Клапан мы не можем никак не поменять, не растянуть, не сжать его. Поэтому при полностью открытом клапане числитель у нас постоянный. Но наоборот, перепад давления на клапане, когда он полностью закрыт, это то же самое, что располагаемый напор. Но располагаемый напор у нас переменный. Почему? Потому что у нас система с переменным расходом, и всегда происходит где-то в других частях открытие и закрытие других регулирующих клапанов. Вывод: при переменном расходе авторитет регулирующего клапана переменный. Вот возьмем пример. Расчетные данные для клапана CD216RGA диаметром 32, КВС 12,5. Но условимся, что располагаемый напор постоянный, чтобы не было огромного количества назначений. И давайте посмотрим, как меняется его авторитет от степени закрытия клапана. При 100% открытии мы выбрали клапан авторитет 0,5. Это расчетные или проектные условия. Если мы уменьшим расход до 80%, у нас уже авторитет клапана становится 0,32. До 60% 0,18. До 40% 0,08. До 20% 0,02. Видите, как кривая у нас идет? Это, конечно, частный случай, но тем не менее он показательный. Но мы знаем нашу градацию, что ниже, чем 0,25, это никуда не годится, нижний предел 0,25, авторитет должен быть клапана. И так как система у нас работает с 50% нагрузкой, которая порождается 20% расходом, что мы видим? Вот, пожалуйста, красным обозначена зона, где авторитет клапана ниже, чем 0,25. Можете представить, что у нас система, кроме 5 дней в отопительный период, будет работать вот в этом режиме. 20% того, вот где-то вот здесь будет авторитет клапана. Это, грубо говоря, будет шаровый кран. Так, вернемся к нашему примеру. Градация. Авторитет клапана в проектных условиях. 0,43. Как он получился? 15 килопаскалей на клапане. Вот мы отложили 15. К располагаемому напору. А какой располагаемый напор? А располагаемый напор в этой точке должен быть такой, чтобы преодолеть сопротивление системы. То есть 15 плюс 20 на потребителе. Получили 35. 15 на 35, 0,43. Вроде мы в хорошей зоне. Но в основном клапан работает с половиной нагрузкой и 20% расходом, и он находится вот в этой зоне. То есть в зоне нерегуляции. Если мы посмотрим еще на одну характеристику регулирующего клапана, называется она минимальная регулирующая способность. Возьмем каталожный лист клапана CD216RGA и клапан конкурент. Я закрыл название. Что мы видим? CV216RGA, характеристика равнопроцентная. В этом клапане двойная линейная. Вот одной фразой мы можем с вами сразу понять по одной фразе, что из себя представляет этот клапан. Здесь параболическая у нас получается конус седло сочетания, здесь более дешевый клапан. Поэтому у него вот такая характеристика. Дальше. Минимальная регулирующая способность, рейнджабилити. Это будет у нас рейнджабилити тема следующего семинара. Здесь вам чисто для общего ознакомления сообщу. Рейнджабилити, минимальная регулирующая способность, соотношение между КВС и КВИ. Пример его значение 25-30 для клапанов с равнопроцентной характеристикой. Это усредненные данные. Также у каждого клапана имеется минимальный регулируемый расход. В среднем около 4% от максимального расхода. То есть это ниже 4% на минимуме клапан никак не регулируется и не влияет на расход. Также минимальную контролируемую мощность имеет отопительный прибор. Если у нас будет мощность отопительного прибора меньше 10%, то есть это минимальные расходы,
то мы на эти расходы никак не повлияем. Если резюмировать, то минимальный регулируемый расход контура будет вот такой, где минимальный регулируемый расход, Q минимальный, равен максимальный расход разделить на rangeability и на корень из авторитета. Вот примерно мы знаем, что у каждого клапана, у каждого прибора есть нерегулируемая область. Здесь я два графика. Здесь у нас нарисован контур, видите, регулирующий клапан смонтирован на прибор. И красным отмечена не зона нерегуляции. Здесь у нас клапан, характеристика его, ход штока, расход. Здесь отмечена характеристика идеальная, обратная, равнопроцентная для клапана с авторитетом единицы. Если мы имеем такой клапан, мы его монтируем на прибор, мы имеем идеальную линейную характеристику. Но если клапан имеет авторитет 0,5 и монтируя такой клапан на прибор, мы имеем финальную характеристику контура, вот такую. Соответственно, 0,25. И 0,1. Как видите, допустим, мы возьмем 0,1, самый худший вариант. Мы только на 10% открыли, а у нас уже больше 50% расхода. На 20 мы уже имеем, допустим, около 80. Вернемся к нашему примеру. В нашем примере с авторитетом 0,43 перепад был проектный 0,15 килопаскалей, характеристика клапана вот такая зеленая. Но 82% отопительного сезона клапан работает у нас с авторитетом гораздо худшим, чем 0,25. При 97 килопаскалей характеристика, вы видите, красная. Что это значит? Это значит, что клапан будет ходить всего лишь вот в этой малой области. Дальше он не пойдет. Потом почему? Потому что при открытии сколько? Раз, два, три, где-то 36%, у нас уже будет 100% расход. И мы потеряли диапазон. Можете представить клапан с ходом штока 4 мм, из которых 65% мы потеряли. Этот клапан будет работать буквально вот на миллиметре с чем-то. Так, и красная зона – это зона нерегуляции. А так как мы знаем, что у нас 50% нагрузки мы рассматриваем, да, рождается 20% расхода, то характеристика нашего клапана будет вот в этой точке. То есть он находится в зоне нерегулирования. И на этот процесс мы никак не можем повлиять. Дальше. Здесь у нас характеристика прибора, мощность от расхода, зависимость. Здесь клапана, расход от хода штока. Давайте совместим, как в математике, расход с расходом. Да уж, что мы видим? 50% мощности мы получаем, вот наша красная характеристика, мы получаем при 7% открытии клапана. То есть наш клапан, дорогой клапан с контроллерами, с множеством датчиков, становится шаровым краном, дорогим. Ну как выбрать двухходовой клапан? Критерий выбора клапана – убедиться, что авторитет клапана равен как минимум 0,25 для всех регулирующих клапанов в худших условиях. Процедура какая? Мы подбираем напор насоса для системы H0, который получен из расчета системы, то есть линейные локальные потери. Весь расставлена вся арматура и потребители, но нет регулирующих клапанов. Это будет необходимый минимальный располагаемый напор или напор насоса H0. Затем мы выбираем все регулирующие клапаны с условием, что перепад на клапане будет 1/3 от H0.
Итоговый напор насоса будет какой? Естественно, мы добавили 1 треть от H0. H0 плюс 1 треть будет полный напор насоса. 4 трети H0. Вот критерий подбора регулирующих клапана. Преимущество. Мы имеем минимальный авторитет для всех клапанов. 4 трети от H0 равный 0,25. То есть 4 трети это и есть 0,25. То есть мы уже авторитет имеем 0,25. Вот. Как вы видите, у нас уже появился новый термин авторитет и плюс минимальный авторитет, который равен 0,25 по отношению к напору насоса. Вернемся к нашему примеру. Для получения минимального авторитета 0,25 мы выбираем H0. Что такое H0? Это линейные локальные потери и потери на потребителях без регулирующего клапана. Получили 65 плюс 20, 85 килопаскалей. Теперь на клапане выбираем перепад давления или дифференциальное давление клапана. Какое? 1 треть от H0. То есть получили 1 треть от 85, 28 килопаскалей. Полный напор насоса будет 113 килопаскалей вместо 100. И что мы имеем? Тогда минимальный авторитет, помните, мы уже говорили, перепад на дифференциальное давление на клапане к напору насоса 113, получили 0,25. Это значит проектный авторитет, а проектный авторитет это уже другая величина. Перепад давления или дифференциальное давление на клапане, когда он полностью открыт, к располагаемому напору в этом контуре. Располагаемый напор чему равен? Он равен напору, который должен преодолеть падение на клапане, падение на нагрузке. То есть 20 килопаскалей плюс 28 на клапане, итого 48. 28 на 48 мы получили 0,58. Отличный такой авторитет. Как обеспечить высокий авторитет? Правило гидравлики номер 2 – это напоминание. Дифференциальное давление на регулирующем клапане должно быть стабильным. У нас два параметра, как обеспечить высокий авторитет. Первое – это числитель. Правильно выбрать регулирующий клапан. Второй – знаменатель. Стабилизировать располагаемый напор или перепад давления на клапане, когда он закрыт. Стабилизация ДЛТП, поддержание низкого перепада давления на регулирующем клапане. Вы видите, чем больше у нас располагаемый напор, тем получается меньше авторитет. Чем больше знаменатель, тем меньше авторитет. Поэтому нам крайне важно его стабилизировать. Ну, давайте начнем шаг за шагом. Первый рассмотрим числитель. Подбор регулирующего клапана. Выбор регулирующего клапана. Если у вас есть вопросы по авторитету, вы можете задать сейчас. Я минуту подожду. Или можете сформулировать его, написать в конце семинара, вебинара, я могу ответить его, на него. Хорошо, продолжаем дальше. Выбор регулирующего клапана. По предыдущей теме мы знаем, что зависимость между расходом и дифференциальным давлением любого клапана, она имеет вот такой вид через KV. KV, что это такое? KV показывает, насколько велика область, через которую протекает расход. Формула зависимости имеет вот такой вид, где у нас ρ это плотность, а 1000 это переходной коэффициент. Но обычно принимают плотность воды при 4 градусах, она ровно 1000 тоже равна литров на кубометр. Поэтому 1000 на 1000 сокращает и получаем формулу упрощенную. Вот в таком виде. Это одно и то же все. Но только размерность разная. Здесь бары на метр кубический в час. Здесь килопаскали секундный расход. Здесь килопаскали часовой расход. Но физически это все одно и то же. Вот мы видим, как можно найти расход, дифференциальное давление или KV. Здесь зависимость друг от друга, этих величин.
Повторю, что такое KV – это не расход, это область или площадь, через которую протекает расход. Если мы так рассмотрим ассортимент регулирующих клапанов, у нас, к сожалению, нет клапанов с каким-то, допустим, плавающим значением KV или там с каким-то КВСом. Допустим, чтобы он более часто встречался в ассортименте. Он встречается у нас как? У нас по ряду, согласно ряду Рейнарда, через каждые 60%. Вот вы видите. Других клапанов у нас нет, то есть более частые значения такие. И, например, если мы имеем расход 4 метра кубических в час, то мы имеем аналогично, в зависимости от выбора КВС клапана, мы имеем или 16, или 41, или 102 килопаскаля. И все. И никаких промежуточных значений. Это значит в том, что мы ограничены ассортаментом. Почему так происходит? Потому что расход величина постоянная, она зависит только от теплопотерь. KV величина постоянная, мы ее выбираем или, допустим, этот, или этот, или этот параметр. Но если два параметра у нас в формуле постоянные, то и перепад и постоянный. Поэтому, когда мы выбираем клапана, они имеют или завышенный размер, соответственно, малые потери давления и очень низкий авторитет, то есть у нас регуляция очень плохая, или имеют наоборот заниженный размер, большие потери давления и, как следствие, большой напор насоса, сопротивление большое и зачастую даже шаг кавитации к шумам. Вот вам предложу пример. Аэропорт Новой Зеландии. Вы видите авторитет и перепады давления. 0,21, даже меньше, чем 0,25, 0,23, 0,22, 0,18, 0,17. Представьте, это уже в проектных условиях. А что будет в промежуточных условиях? Сами представляете, что это такое. Это из-за того, что у нас ограниченный ассортамент. Например, при расходе 40 кубометров в час нам нужен перепад на нем, дифференциальное давление 0,25 для получения, фу, извиняюсь, 25 килопаскалей для получения авторитета 0,25. Вот. Мы попадаем на КВС 80, а у нас такого клапана нету. У нас есть или КВС 100, или 65. И поэтому у нас всегда стоит дилемма, какой клапан выбрать. Три способа подбора регулирующего клапана. Первый по каталогу. По вычислительной программе HighSelect. Мы как-нибудь с вами отдельно рассмотрим ее. Это будет тема отдельного семинара. И выбор по программе для гидравлического расчета HEKS или CO. Мы с вами выберем по каталогу, для того, чтобы почувствовать. Иногда бывает, что мы выбираем, делаем расчет в программе для гидрорасчета и не задумываемся о значении, какой КВС выбрал наш, и какой авторитет при этом выбрала наша программа. Давайте посмотрим по каталогу, шаг за шагом. Выбор по каталогу. Прежде чем выбрать, да, есть некоторые ограничения. Первое ограничение – максимальные скорости теплоносителя. Скорость – один из ключевых параметров. Очень важный параметр, который влияет на что? Он влияет на эрозию, износ, вибрация, шум. Это кавитация, если у нас слишком высокая скорость. А слишком высокая скорость порождается слишком большим перепадом давления на клапане. Скорости регламентируются нормативными документами. К примеру, в среднем от 2 до 3 это максимальные скорости для жилых общественных зданий. Здесь вы видите от 3 до 4 для промышленных зданий. Скорости внутри клапана могут быть повышены, если у нас клапан выполнен из очень супер твердых материалов тогда. Но обычно такие клапана они есть на рынке, но они очень дорогие. Скорость, как ее рассчитать? Скорость можно рассчитать вот по этой формуле. Эта скорость определяется в трубопроводе на входе в клапан, где у нас Q – это расход, а диаметр DI – это диаметр internal или внутренний диаметр.
Мы знаем, что у нас есть сортамент, где отмечен диаметр номинал или диаметр условный. Но фактический диаметр отличается от диаметра условного. К примеру, 25 диаметр фактически это 27,2. 20 это 21,6. Вот подставляя этот параметр в формулу, мы находим скорость, которая не должна превышать сниповские величины. Шум. Чуть-чуть послушайте, что такое шум. Здесь наш шум офиса. Это примерно 40 дБ. 60 дБ. Булат, я извиняюсь, у вас звука не слышно. Не слышно звука, да? Нет, нет. А, ну вот это, к сожалению, вот это уже аппаратные такие проблемы. Но вы, кто был на семинарах вживую, да, вы, наверное, слышали, но вы представляете, что такое 140 дБ, что такое 100 дБ. Просто вам скажу, кто был в метро, стоя в метро, невозможно, когда проходит рядом поезд, невозможно слышать собеседника. И вот примерно клапан может издавать такой же шум. Так, здесь у нас материал из предыдущего семинара. У нас здесь мы видим, что уравнение Бернули, сумма статического давления и динамического давления, константа по всей длине потока. Так вот, эта формула очень хорошо описывает процессы, происходящие в клапане. Расход, проходя по трубопроводу, встречая клапан, через заужение шток седло, он стремительно проносится, да, и дальше расход проходит по трубопроводу дальше. При этом расход после клапана равен расходу до клапана и расходу внутри клапана. За счет чего? Здесь же у нас заужение. А за счет увеличения скорости. Но так как у нас сумма статического и динамического давления константа постоянная, то у нас увеличивается скорость, при этом должен другой параметр уменьшиться. Поэтому уменьшается статическое давление. Да еще в квадрате, видите, квадрат. Поэтому, что мы видим? Вот это у нас падение на клапане. Это общее падение на клапане. Но внутри что происходит? Динамическое давление понижается, вот, видите, зеленый график, но статическое давление падает, падает в квадрате, пропорционально увеличению квадрату скорости. И если у нас статическое давление падает ниже, чем давление парообразования, на прошлом семинаре мы это проходили, то у нас вода переходит из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Грубо говоря, здесь получаются пузырьки пара. И мы получаем в этом случае кавитацию. Шум, кавитация, соответственно, шум и самое главное разрушение клапана. Простое правило, это эмпирическое правило. Чтобы предотвратить кавитацию, надо статическое давление на входе в клапан поддерживать два раза большим, чем перепад давления на нем. Допустим, вы посчитали перепад на клапане, проектные данные 15 килопаскалей, значит статическое давление в этой точке должно быть 30 килопаскалей как минимум. Как минимум. Вот возьмем простейший пример. Двухходовой клапан, вот регулирующий контур какой-то потребитель. Проектные данные, здесь вы видите, температурный режим. Напор насоса там где-то внизу, в тепловом пункте, а располагаемый напор вот в этой точке, 60 килопаскалей, и потери давления на потребителе 10 килопаскалей. Вот такие наши вводные данные. Первым делом, что мы делаем, конечно, нам нужно знать расход. Нужно знать расход. Расход рассчитывается для температуры усредненной. У нас температурный режим 90 на 70 пополам 80. При 80 градусах вода имеет плотность 971,8 кг на кубометр. И это теплоемкость. 497. Подставляем данную формулу. Здесь мы видим, что нагрузка в ваттах 68 ватт. Переходной коэффициент
Это дельта Т 90 минус 70. Это в градусах. Здесь мы видим плотность и теплоемкость. Получили 3000 литров в час. Дальше нам расход мы вычислили. Теперь нам нужен перепад, дифференциальное давление на клапане. Какое оно будет? Оно будет таким. Мы должны потребить весь располагаемый напор. Поэтому 60 кПа располагаемый напор минус 10 кПа на потребителе, на клапан остается 50 кПа. Возможен проверка, ли авторитет больше, чем 0,25. Да, возможен. Помните, мы говорили, что минимальный авторитет – это перепад давления на клапане к напору насоса. Так вот, перепад на давление на клапане 50 кПа, напор насоса 100 кПа, будет 0,5. Гораздо выше, чем 0,25. Да, нормально, все хорошо. Расчет KV клапана, подставив наше значение расход и дифференциальное давление 50 кПа, мы получили KV или КВ. Смотрим каталог. Ближайший. У нас нету такого клапана 4,2,4. У нас есть ближайший 5. Есть еще ближайший меньше, но обычно берут ближайший больше. 5. Это значит диаметр 20. CV 216 RGA. Соответственно, привод у него будет MC55. Какие приводы требуются по питанию? Или на 220 вольт, или на 24 вольта? Пожалуйста, выбираем на выбор здесь. Наш выбор. КВС-5. Диаметр 20. CV 216 RGA. Проверяем скорость. Подставляя наше значение, диаметр 20, мы уже знаем, диаметр internal или внутренний будет 21,6. 2, 27. Мы попали на все нормально, наш диапазон. Если нам надо поменять, то мы можем выбрать спецклапаны или применить регуляторы перепада давления. Но нас все пока устраивает. Теперь реальные потери давления. Мы подбирали клапан на 50 кПа, но так и вы получили 4,24 КВ, но такого клапана не было. Мы взяли клапан на 5, поэтому у нас, естественно, дифференциальное давление на клапане другое. А какое? Подставив уже найденные значения, расход на КВС, получили 3,6 кПа вместо 50. При этом авторитет какой будет? Подставим наше значение минимальный к напору насоса. Помните, не 50, уже 36 на 100. 0,36 все еще больше, чем 0,25. Это хороший параметр. А расчетный авторитет получается у нас какой? 36 на 60, 0,6. Очень хороший параметр. Хорошо подобрали клапан. Так, теперь балансировочный клапан. Нужен он или нет? Это частые споры. Заказчик, конечно, он очень неохотно идет на эти траты. Но давайте посмотрим его необходимость этого клапана. Балансировочный, повторяю. Смотрите. Потери давления на регулирующем клапане 36. Потери на нагрузке 10. Проектный расход 3000. Мы имеем в этом случае избыточный расход, который порождается избыточным напором. Откуда он родился, 14 кПа? 60 располагаемый напор, минус падение на клапане 36, минус падение на потребителе 10, получили 14 кПа. Это избыточный напор, который рождает избыточный расход. А какой у нас будет расход, когда клапан откроется? У нас же проектный будет 3000 литров в час, но когда клапан откроется в этом случае, мы будем иметь 3,5 тонны. Естественно, что этот расход возьмется не то, что ниоткуда, он за счет дальних потребителей. Получается, что у нас дальние за ним клапана недополучат вот этот расход. Поэтому нужен балансировочный клапан. Как видим, что балансировочный клапан, а не только балансировка, увязка контуров между собой. Даже если это был всего лишь один контур, нужен балансировочный клапан, чтобы погасить избыточный напор, который рождает избыточный расход. Выбор балансировочного клапана. Опять же, выбираем на расход 3000 литров в час, на проектный
на перепад 14 килопаскалей, мы должны его погасить. Наш выбор или 25-й стат с настройкой, вы видите здесь на экране, или 32-й клапан. Оба выбора хороши. Этот клапан просто более дешевый, но добавляется, если не хочется возиться с фитингами, переходниками. Если труба 32-я, можно поставить 32-й клапан. Так, это мы не будем рассматривать, это тема следующего семинара, выбор регулирующего клапана по расчетным программам. Возвращаемся к формуле авторитета. Мы с вами рассмотрели числитель, выбор регулирующего клапана. У нас еще есть знаменатель, давайте рассмотрим его. Стабилизация дифференциального давления. Стабилизация дифференциального давления. Вернемся к нашему примеру. Как можно стабилизировать дифференциальное давление? Мы с вами рассмотрели регуляторы перепада давления. Это была тема прошлого вебинара. Вот, мы рассмотрели функции, как он работает и как его настраивать. Так вот, я установил регулятор перепада давления на стояк. При этом у нас мгновенно получился стабилизируемый перепад давления на стояке, вот в этой области. Нам уже нет нужды оглядываться вот сюда, в эту область. Мы имеем конкретно к нашему регулирующему контуру стабилизированный перепад, состоящий из участка системы в 10 килопаскалей, перепад на клапане и перепад на нагрузки потребителей. Размер регулирующего клапана с регулятором ДЛТП. Для получения авторитета 0,25 перепад давления на регулирующем клапане должен быть опять же 1 третья, но уже не от напора насоса, уже от аж нулевого какого? От нулевого, от стабилизированного ДЛТП. Получили 10 килопаскалей. То есть аж нулевое без клапана будет 10 килопаскалей плюс 20, 30, 1 третья, 10. Вот мы получили 10 килопаскалей. Теперь, зная перепад на клапане, мы можем сказать, что минимальный стабилизированный ДЛТП у нас будет какой? И минимальный располагаемый напор 10 плюс 10 плюс 20, 40 килопаскалей. То есть стабилизированный ДЛТП будет 40 килопаскалей, минимальный располагаемый напор будет 40 килопаскалей, и регулятор перепада давления должен настроиться, пружина его, вот на эти 40 килопаскалей. Из условия равновесия работы сил регулятора перепада давления. Полный напор насосов в данном случае равен, суммируем все наше найденное, плюс 55, что такое? 55 это линейные локальные потери до регулятора перепада давления, плюс минимальный перепад на регуляторе перепада давления на нем самом, он обычно задается 5 килопаскалей, итого получили 100 килопаскалей напор насоса. При этом, извиняюсь, авторитет посчитали 0,25 минимально. Но зачем нам иметь авторитет 0,25? Давайте будем ориентироваться на 0,5. Так вот, для получения авторитета 0,5 на регулирующем клапане перепад дифференциальное давление должно быть равно аж нулевому. То есть падению в нашем контуре без регулирующего клапана. То есть 10 плюс 20, 30. Если мы возьмем 30 килопаскалей на регулирующем клапане, то у нас стабилизированный перепад или располагаемый напор будет 60 килопаскалей в этой области. 10 плюс 30 плюс 20. Вот 60 получили. И при этом полный напор насоса у нас будет. Опять посчитаем найденные все значения, сложим. Добавим перепад 5 килопаскалей на регуляторе перепада давления. Получили 120 килопаскалей, то есть больше, чем 100. Цена в данном случае улучшения авторитета – увеличение напора насоса. Ну, поверьте, оно того стоит. Мы получили, смотрите, какой авторитет хороший. Вот в области будем. Второй способ улучшения авторитета какой? Здесь у нас та же самая схема. Ничего не поменялось ни по нагрузкам. Просто мы переставили регулятор перепада давления со стояка. Мы поставили его куда? Поближе к регулирующему клапану. Вот сюда, в контур. Если в этом случае у нас авторитет был 0,5, то просто переставив регулирующий клапан
извиняюсь, регулятор перепада давления к регулирующему клапану, мы получим сразу авторитет 0,6. Вот это второй вариант улучшения авторитета клапана без увеличения напора насоса, простой перестановкой регулятора перепада давления. Отсюда эмпирическое правило. Чем ближе регулятор перепада давления к регулирующему клапану, тем лучше авторитет клапана. Я бы добавил и стабильнее авторитет клапана на всем протяжении открытия-закрытия его. Вот это прямо аксиома, ее надо запомнить. Чем еще лучше? Во-первых, здесь у нас стоит регулятор перепада давления, который держит перепад давления на весь стояк, не только на наш контур. И, соответственно, он будет очень большой. И если у нас разные контуры, то жесткость пружины его будет настроена на самый максимальный перепад, что не очень хорошо для маленьких расходов. Также регулятор перепада давления, применяя его, мы ограничиваем перепад давления на регулирующих клапанах. Здесь вы видите, здесь шумограмма какая, здесь стабильно идет. Вот. Это значит уменьшение риска шума, соответственно, кавитации. Резюмируем. Как увеличить авторитет? Первое. Уменьшить располагаемое дифференциальное давление. То есть мы располагаемый напор можем уменьшить. Как мы можем его уменьшить тогда? Просто выбрать меньшие потери в первичном контуре. То есть увеличить диаметр труб, больше КВС клапана. Но видите, чем меньше, мы этим самым мы, что мы делаем тогда? Мы делаем более дорогую систему и ухудшаем регулирующую способность клапана. Или выбрать регулирующий клапан, наоборот, с меньшим значением КВС. Но при этом мы что мы должны сделать? Здесь возрастает сопротивление, значит, мы должны увеличить располагаемый напор, а значит, мы должны более мощный насос поставить. Или выбрать индивидуальное значение KV. Но это очень дорогой клапан, это спецклапан. Такие клапана выпускаются, но выпускаются они для зданий особого назначения. Ну, таких как, допустим, атомные электростанции. Для нас это не жилищно-гражданском строительстве это неприемлемо. Или установить регулятор перепада давления как можно ближе к регулирующему клапану. Вот наш единственный выход. Резюмируя все, что вышесказанное, давайте мы начали рассматривать регулирующий контур с двухходным клапаном, его приведем в такой окончательный вид. При этом мы должны знать, что мы хотим достичь от контура. Давайте вот это все мы с вами рассмотрим уже непосредственно, когда мы будем рассматривать регулирующие контуры, вот этот параметр, да. А мы давайте закончим с нашим, время нас поджимает, с нашим регулирующим контуром с двухходовым клапаном и авторитетом. Так, здесь мы что имеем тогда? Здесь активный первичный контур, конечно, активный, потому что у нас здесь располагаемый напор. Переменный это контур полностью, да, раз клапан открывается, закрывается, расходы переменные. Температура первичная равна вторичной. Пропорциональный контроль и авторитет. Вот мы подобрались к авторитету. Минимальный авторитет равен чему? Дифференциальное давление на клапане, когда он полностью открыт, к напору насоса, там где-то внизу тепловым, в тепловом пункте, и проектный авторитет равен перепад давления на клапане, когда он полностью открыт, к располагаемому напору. Или то же самое, что клапан закрыт. Вот наша схема. Теперь она приобретает окончательный вид. В каком плане? Расставим все элементы системы в том порядке, который мы рассчитывали раньше. Смотрите, что мы имеем. Балансировочный клапан на подаче, он переместился с обратки. Почему? Чтобы освободить место регулятора перепада давления. Балансировочный клапан нужен для того, чтобы улучшить авторитет регулирующего клапана и погасить избыточный напор. Регулятор перепада давления, он нужен для чего? Чтобы стабилизировать наше дифференциальное давление вот в этой области. Его жесткость пружины настраивается вот именно вот на эту величину, которая равна сумме значений линейные локальные потери в контуре, всякие разные, здесь условно не показаны, фильтра, дренажи, там, датчики и так далее, плюс падение на потребителя
плюс падение на клапане. Вот на, к чему равен стабилизированный перепад давления и на что настраивается жесткость пружины. Но помните правило, чем ближе регулятор перепада давления к регулирующему клапану, что происходит? Давайте посмотрим. Я договорю потом вторую часть. Если мы поставим его поближе к регулирующему клапану, что происходит в этом случае? Мы не учитываем линейные локальные потери в системе, не учитываем падение на потребителе. Мы учитываем или стабилизируем только перепад давления на клапане. И при этом тогда получается перепад давления на клапане, когда он полностью открыт, к нему же, и у нас авторитет почти и единица. Он не будет никогда единицей. Это теоретическая величина. Практически он будет стремиться к единице. Близко там 0,9, 0,95. Так. Почему? Потому что у нас есть эти куски системы, вот, которые не входят в перепад на клапан. Но вот это наилучшее расположение всех трех элементов именно этого контура. И если у вас вдруг клапан переразмерен, только так вы можете спасти ситуацию, чтобы он что-то регулировал, надо регулятор перепада давления установить именно, вот, именно так. Дальше. Эволюция клапана. А что если все три клапана изготовить в одном корпусе? Тогда мы получаем комбинированный клапан. Комбинированные клапаны имеют в своем ассортименте, каталоге абсолютно все производители регулирующей арматуры. В данном случае мы видим ТА-модулятор с приводом нового поколения цифровым. Теперь я предлагаю вам посмотреть небольшой ролик. Сейчас я убавлю звук, буду комментировать. Правда, это ролик про комбинированный клапан ТА-Fusion. Вот. Сейчас эти фьюжены заменяются модуляторами, да? Но тем не менее физические принципы, происходящие в клапане, он прекрасно этот ролик демонстрирует. Я звук выключил, надеюсь, вас меня слышно. Некорректно подобранные размеры клапанов приводят к перерасходу и повышенным затратам. Представляем вам ТА-Fusion, комбинированный клапан. Ну, во-первых, какие функции? Закрытие, открытие, диагностика, промывка и регулятор перепада давления. Вот как он. Балансировка. Установив преднастройку, он при полном открытии он никогда не пропустит лишний расход. Видите, располагаемый увеличился, а расход постоянный. Регулятор перепада давления отрабатывает избыток. Дальше что мы видим? Флашинг, промывка. Открыв порт, у нас все мелкие фракции унеслись дальше. Это мы знаем, обратная равнопроцентная характеристика на всем протяжении клапана. То есть, помните, у нас клапана искажались характеристики с уменьшением расхода? У этого клапана никогда, и у модулятора. Он на всем диапазоне постоянен так. Независимый. Видите, получается у нас от перепада давления. Постоянный перепад, и если кто заметил, был авторитет равен единице. Также на этом клапане очень важно замерить, мы можем замерить параметры системы, какие? Расход, дифференциальное давление на клапане, а также, смотрите, это удивительно, располагаемый напор. Теперь мы можем с помощью такого типа клапанов полностью продиагностировать систему. Мы можем сделать диагноз и посмотреть, в каких параметрах, как себя ведет, какие расходы, какие дифференциальные давления в том или ином случае или степени открытия клапана. Так, завершая, у нас осталось мало времени на сегодняшний вебинар. Да? Как увеличить авторитет? Это уже полное резюме. Мы видим теперь две схемы. Классическая схема, я просто поставил сюда регулятор перепада давления здесь, но я, как помните, я рекомендую его поставить здесь. Вот, да. И та же схема, функционально абсолютно такая же, да, но с комбинированным клапаном. И вот точное название PI-BCV, то есть Pressure Independent Balancing Control VOV.
В переводе означает регулирующий клапан, не зависящий от перепада давления. Так вот, как увеличить авторитет в этих случаях? Уменьшить, опять же, располагаемое дифференциальное давление аж нулевое. За счет чего? За счет увеличения диаметров труб, перенастройка это, балансировочной арматуры и так далее. Но опять же, это будет... и увеличение авторитета этого клапана. Это будет нехорошо, это удорожание. Выбрать регулирующий клапан с меньшим значением KV. Но опять же, это уменьшится расход. Значит, мы его должны компенсировать чем? Увеличением располагаемого напора. То есть напора насоса, увеличение насоса, стоимости его. И при этом у нас риск есть шумов. Или установить регулятор перепада давления для поддержания дифференциального давления на клапане. Вот что мы сделали. Или, добавлю, использовать Pressure Independent Balancing Control Valve, ТА-модулятор. Вот у вас две альтернативы. Но вот это мне больше нравится, в каком плане. Смотрите, уже в плане клапанов, в плане фитингов, в плане работы и так далее. Да. И что еще важное, что в этом случае нам еще нужен балансировочный клапан на стояке, чтобы стояки между собой увязать, на этаже и так далее. Здесь достаточно он один, и все. Ну вот, как-то так. Сегодня, на сегодня мы не успеем. Вот с этого слайда мы начнем дальше. Я надеюсь, завтра. Вот. Если у вас появились вопросы, вы можете сейчас задать их. Игорь, меня слышно, да? Да, слышно было. Спасибо большое вам за вебинар, очень познавательно было. Так, я, наверное, сейчас открою участников всех, да, и вопрос.